Родные предпринимателя, который был убит за шантаж своего знакомого неким интимным видео, добились ужесточения наказания для убийцы. В декабре 2022 года Рустам Шеричан застрелил 3 выстрелами в упор предпринимателя Алика Хатоева, занимавшегося ритуальным бизнесом. Но причина убийства вовсе не этот бизнес, а, по словам родственников, угроза распространения некоего грязного интимного видео. Сам убийца, которого якобы этим видео шантажировали, на судах вел себя очень эмоционально. Рустам Суренович, хотели бы пообщаться, скажите, пожалуйста, зачем вы убили человека? Нам самой интересна причина. Говорят, что якобы есть какой-то видео интимник, якобы какие-то девушки, мужчины. Ему вот это все прожили. Видео показали ему. Вашего брата было это видео? Якобы это, что он тоже был с людьми, которые это построили. Сняли вот это видео. Он сам своих вину признает, что был интимный видеосъемка. Но если он сам признает, жена признает, дядя признает, говорят, там грязная видеосъемка. Поэтому и пошел на убийство. Но вот доказательства к этому ничего нету. Суд Нижегородского района за расстрел человека дал Рустаму Шеричану 7 лет лишения свободы. Родственники убитого были возмущены, подали апелляцию, но приговор суда Нижегородского района суд Нижегородской области не отменил. Тогда родственники подали кассацию, и вот по решению кассационного суда дело было направлено на повторное рассмотрение. Так как дело касалось интимного видео, процесс шел в закрытом режиме, но судья приговор ужесточил, и на этот раз Рустам Шеричан был приговорен к 10 годам лишения свободы. Согласна с приговором. Почему все-таки убили своего друга? Скажите, правда ли, что было интимное видео, и оно послужило причиной? Мы довольно-то довольны. Где 7, где 10 лет, это разница большая. Но, как говорится, чтобы было по справедливости, мы добьемся еще выше. Еще и есть Верховный суд, дальше пойдем. Но брата вернуть мы уже его не вернем. Но чтобы все было по справедливости. За это время он принес вашей семье извинения? Нет. А нам и не надо. Потому что убили, если вернет. А если он извиняться будет, вернет? Не вернет брата. Сказал, что жалеет, но что-то мы не видели, не слышали. Кстати, родственники намерены добиваться максимального наказания в 15 лет лишения свободы.